Всем добрый день. Знаете, что я надумала? Я вам показывала вот эти вот черенки фикусов, которые я вырастила. Решили мы их зимой не отдавать нашим знакомым. Решили, пусть они перезимуют у нас, а весной уже отдадим. Вот посмотрите, какие хорошие листики новые, такие зелененькие, красивые. Они адаптировались под наш воздух. Они у меня стоят в тепле, близко к батарее, чтобы не замерзали. И вот я их решила пересадить в один горшочек. Нашла вот такой горшочек. Пусть перезимуют, а потом весной мы их отдадим. Я сюда в горшок насыпала уже керамзита. Насыпала немного земли. Теперь вот эту землю я хочу в горшок, вернее, в миску пересыпать. Посмотрим, что тут как обстоят дела. Потому что земля такая рассыпчатая, и они так не влезут у меня. Я немножечко сейчас их раструшу от земли. Такие вот хорошие. Такие вот хорошие, видите, корневая система, корни. И притрушу их земелькой. И будут расти. Потому что я так подумала, действительно, зимой можно так отдать. Знаете, на улице они могут где-то подмерзнуть. Поэтому мы решили поберечь эти цветы. Вот. И отдадим уже, даст Бог, доживем, отдадим весной. Они немножечко подрастут, окрепнут. Вот. И вот такие хорошие корни. Вот видите, красавцы какие. Так, и теперь сейчас я насыплю вот этот горшок аккуратно. Сейчас. Земля хорошая, уже с удобрениями. Это универсальный грунт, мы покупали специально. И я их вот так вот... Это, конечно, не метод перевалки, но похож. Потому что я их не сильно трогала. И они здесь будут уже подрастать. Я вам сейчас закончу с посадкой и покажу тот фикус, с которого я брала черенки, как на фикус благотворно влияет, когда его немного обстригают. Он так разрастается еще больше, поэтому я вам рекомендую стригать цветочки, ну я имею в виду фикусы. Им это нравится. Я думаю, им здесь понравится. Сейчас помою руки. Итак, вот посмотрите, как получилось у меня такой вот хороший кустик. Сейчас я их вытру. Такой вот хороший кустик у меня получился. Все его полью.
немного здесь уберу и вам покажу. Итак, хочу вам показать конечный результат. Я их сейчас еще побрызгаю. Фикусы очень любят опрыскивание. Вот, посмотрите, какой красивый кустик. Мне очень нравятся фикусы. С новыми листиками прям очень красиво. Я вам сейчас покажу. Сейчас я вам поближе покажу. Вот видите, какой красивый. И покажу их, так сказать, мамочку. Вот, посмотрите, вот это вот растение, вот эта вот ветка. Мы ее тоже хотим срезать. Вернее, я. Вот, не та, которую я вам показала, вот большая. Ее надо тоже обрезать, потому что она опустилась вот. Вот она. Видите, сколько на ней тоже новых листиков. Зелененьких. Поэтому ее нужно тоже обрезать. Начеренковать. И вот так все ветки поопускались, потому что они выросли. Я с них черенкую, с этого дерева, и получается вот так разрастается этот фикус. И вот получился у меня такой маленький горшочек. Красавчики. Вот сегодня все, что я вам хотела показать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и всем пока!